Песенка у нас такая же, которая давно на концертах у меня не играла, сегодня сделаем. Просто такой возраст. Еще раз раздавали? Нет! Если не раздавали, надо раздрать. Надо! Потому что люди пить наверняка хотят. Да! Как-нибудь, пожалуйста, организуйте воду в слэм. Я не знаю как, но постарайтесь. Очень прошу, чтобы никто нас от жары не чувствовал себя плохо. Как вообще там? Все нормально, все живые, все окей? Потихонечку становится темно. А вам кто-нибудь говорил, что гулять допоздна – это неправильно? Думаю, говорили. Есть ли тут люди, которые могут себя назвать олдами? Тогда давайте вот так. Твоя маманя считает меня, светит фонариком.